Доброго времени суток моим дорогим подписчикам и всем-всем-всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня я хочу поэкспериментировать и приготовить своеобразные блюда. Не знаю, насколько сочетаются между собой продукты, но что-то мне подсказывает, что будет очень вкусно. И это блюдо я назову экспериментальные ежики, запеченные под сметаной с сельдереем. Вот! Для приготовления неизвестного блюда берем 0,5 килограмма индюшиного фарша. Фарш индюшки. Добавляем лук, 3 луковицы и 3 зубчика чеснока, которые пропущены через мясорубку. Добавляем корень сельдерея, который был пропущен через мясорубку. Это где-то 1/4 корня. Петрушка, укроп и лук. Добавляем зелень. Рис уже отваренный в количестве 100 грамм. Яйцо. Соль, перец и специи по вкусу. Ну и перемешиваем все содержимое. Получится, не знаю, но думаю, что вот эти все компоненты между собой очень хорошо будут сочетаться. А чтобы масса напиталась кислородом, немножко ее можно поотбивать. В тарелку добавляю подсолнечное масло, ну так вот где-то немного. Это для того, чтобы можно было смочить руки маслом и формировать котлетки. Руки опускаю в масло и из фарша начинаю формировать котлетки. Формирую котлетки и укладываю их на противень. Противень маслом не смазываю. И снова руки, масло. И формирую котлеточку. Формирую котлетку. Укладываю на противень. Такие котлетки у меня получились. Я их сейчас отправляю в духовку. Духовка разогрета до 200 градусов. И они там будут запекаться в течение 20 минут. Затем я их хочу вытащить, полить сметаной и отправить еще минут на 15. Прошло 20 минут. Я достала котлетки из духовки. Даже не знаю, как их назвать, котлетки, не котлетки. С
экспериментальные блюда. Сейчас хочу на них нанести сметану. Сметана 20%. И потом снова отправлю в духовку. На экспериментальные блюда я нанесла сметану и отправляю снова в духовку, ну, минут на 15. Прошло еще 15 минут, я свое экспериментальное блюдо достаю из духовки. Вот такие экспериментальные запеченные ежики с эндереей у меня получились. Всем желаю приятного аппетита!